20 января одна из самых ярких звезд Дома-2, телеведущая Ольга Бузова, отметила свой 30-летний юбилей. Все знакомые, коллеги, друзья и родные люди постарались сделать этот день для Оли незабываемым. Первым звезду поздравил любимый супруг Дмитрий Тарасов. Находясь на сборах за 1000 километров от жены, футболист позаботился, чтобы Оле доставили шикарный букет красных роз. Также одними из первых Бузову поздравили подруги, которые пришли к ней в гости сразу после полуночи. Визиту гостей именинница была очень рада. К счастью, они не застали ее врасплох. Порадовавшись, что еще не ложилась спать, Ольга практически начала вести в Инстаграме прямую трансляцию своих поздравлений. Сейчас лента звезды в Инстаграме пестрит цветами, подарками и прочими приятными моментами. Оля то дело принимает поздравления и обещает ответить на все звонки и смс-сообщения. Также незадолго до важной даты Бузова дала новое интервью, в котором рассказала о своих достижениях. Оля сказала, что к 30 годам довольна своей внешностью, карьерой и личной жизнью. Она чувствует себя максимум на 25 и считает, что самые важные роли у нее еще не сыграны. Обязательно подписывайтесь на наш канал, ставьте лайк и получайте ежедневную порцию интересных новостей и фактов со всего мира. Всем пока!